Lielam cilvēkam nevajag māju, man pārliecība, ka cilvēkam vajag dārzu. По большому счету, я думаю, человеку не нужен дом. Нужен сад. Райский или другой, но такой, где мы живем. И там в саду есть теплое помещение, которое называется дом. Ибо в современном мире архитекторы планируют город. Они являются создателями внешней среды, а внешняя среда – это практически часть архитектуры. И сад – это небольшая часть, как пол в квартире, или что-то еще, без чего нельзя обойтись. Говоря о саде, нужно его зонировать. И как в доме, ведь если поделить его пополам, мы увидим спальню и ванную комнату и гостиную. Там мы спим, там стоим, там сидим. И также нужно воспринимать свой сад. Пройдись по нему, раздели все его квадратные метры на пространство. Чем и где можно заниматься, что делать. И окажется, что функций невероятно много. На самом деле их гораздо больше, чем те, что могут радовать нас внутри дома. Мне кажется, многим из нас природа нужна намного больше, чем то, что нас окружает дома. Стены, крыши, мебель. Я думаю, если вы обладаете облагороженной территорией, которую создала природа, то и люди становятся лучше.